Привет, привет! Сегодня буду творить. У меня есть вот такая коробка от мультиварки. Она отлично входит вот в этот стеллажик, да, то есть в каждую ячейку. Поэтому я не хочу ее выбрасывать. Я хочу ее преобразить и, не знаю, хранить в ней, например, старые фотоальбомы. Конечно, все это можно бы уже перевести в цифровую, но фотоальбомы-то есть, выбрасывать их жалко. Поэтому хочу сложить их в какую-нибудь красивую коробочку и хранить. Что у меня есть для этого? Ну, кроме кота-помощника, у меня есть скотч, журналы и ножницы. Что я буду делать? Вырывать листочки и обклеивать, собственно говоря, коробку. Вот у меня есть похожая коробка. Таким стилем я делала. Не знаю, как этот стиль называется. Вот она выглядит так. Я надеюсь, что примерно так же будет выглядеть. И вот это. Да, помощник? Да, сказал помощник. Все, я включаю себе сериальчик, приступаю. Собственно, уже не буду показывать, как обклеивать. Вот такие у меня журналы. Сицилия. Всяко разно. Ярко, красиво. Дорого, богато. Покажу вам уже результат. Все просто. Сначала обклеиваю листками, а потом по верху обклеиваю, обклеиваю ее скотчем, чтобы она была такая гладенькая, хорошенькая. Нормально объяснила. Просто у меня есть подробно вот по той коробке, которую я делала, поэтому, ну, это просто так для любителей порукоблудничать. Такой вот небольшой кусочек во влоге будет, я так думаю. Все, вернусь к вам с результатом. Ну, вот такой получился коробок. Все тут сверху. Сейчас положу сюда альбомы, закрою, чтобы не пылились, и будут здесь храниться. А то они у меня в открытой коробке. Смотрите, какая здесь пылюка. Поэтому сейчас протру, сложу, закрою. Ой, капец. Египет. Это 2000, по-моему, 3-й год. С подружками отдыхали. Мы, по-моему, второй или третий раз в Египте. Класс! О, с елкой. Мы и елки. Короче, есть что вспомнить. Как обычно, да, есть что вспомнить. Детям рассказать нечего. Видите? Едем. Шкандаль, провокация. Да я там простыла, мы летали как раз с 31 на 1. То есть у нас 1 числа был рейс, по-моему, в 6 или в 5. И вот мы с новогоднего стола ехали в аэропорт. И потом по 1 января купались. Короче, я простывшая, ну как бы мгновенно простыла. Вот лечились, видите, у нас с собой Немиров, Белис. Ну, что делать? Дело молодое. Как раз новогодний стол, и потом сразу в аэропорт. Короче, классно. А это вот мы квартиру купили. Вот, в компании, в которой покупали. Вот, с подружкой. В новой хате. Она еще не обставленная. По-моему, ее только-только купили. Класс! Там сейчас все такое зеленое-зеленое. Конечно, тогда-то было вообще. Вообще. Это так. А, эта фотография, это первый раз я была в Хургаде. Была какая-то обзорная экскурсия. Сейчас, наверное, уже никто не вспомнит этих мест. Что 2003 год. Сейчас уже все разрослось так. Это вот рынок в Дахаре. Ой, в Дахаре. Ну, короче, поняли меня, Дахабе.
около Аладдина. Ну, короче, мне кажется, сейчас эти фотографии уже ретро. Можно ретро выставлять пирамиды Хеопса, аэропорт старый, это тоже наш двор. А это в Султан-Бич отель. Короче, девочки, в общем, сейчас я залипну. Значит, протираю, складываю и буду хранить в закрытом виде. У меня тут еще CD-диски с фотографиями. Италия, Египет, ты. Ярославль. Это 10 лет с какого-то корпоратива. Еще с какого-то корпоратива. Тоже же, где их эти диски смотреть? Дисководов нету нигде. Свадьба подружки. Короче. Ой, боже. А там... Вы помните такое? Это полароидовские фотографии. 76-й, 96-й год, 96-й, 96-й, 94-й, 96-й, 97-й. Капец. Подружки, подружки. Капец. Короче, ретро. Это племянники. Ну, короче, все, что было. Но это еще ладно. Есть еще фотоальбом. Это бабушкин. Тут все какие-то родственники. А здесь двоюродный брат в садике. Бабушка с дедушкой, с братом. Короче, вот как? Конечно, никуда я не могу это выкинуть. Дедушка, бабушка, тетя, дядя, все молодые. Сестра моя, мама, моя тетя. Это мой брат выступает. Короче, естественно, это какие-то прабабушки, даже не знаю их всех. Конечно, никуда я не могу это выкинуть. Сестра моя двоюродная. Это я с каким-то мальчиком. Вот я на слоне. В общем, короче, девочки, залипаю. Бабушка с дедушкой молодые. Вот я хочу такую фотографию поставить на памятник, который я поставлю. Там кресты. Хочу объединить, поставить памятник. И вот фотографию их молодых. Хотя, говорят... Ну, хотя, что говорят? Какую захочу, такую поставлю. Ладно, все, девочки, закрываю. Потому что так можно залипнуть. Время уже ночь. Моя цель... Просто переложить фотоальбомы, а не залипнуть на них. Пока коробку не занял кто-то черный с усами и хвостом. А это я первый раз в Москве. В 98 году я ездила на... Даже не знаю, как это. Ну, короче, туристический маршрут на 3 дня в Москву. И вот первая фотография около Кремля. Делали за деньги. А это у меня календарик такой, 99-го года. А это, боже, боже, мой выпускной. 11-й. 1999 год, 11-й Д-класс. Смотрите, такая мадам взрослая. Прям вот реально такой взрослый взгляд, я вам скажу. Четко знающая, что он хочет, такая, знаете, прям... Порву и съем. Но краситься не умела, губы накрашены неровно. Ну, как не умела? Я-то была уверена, что умею. Но все равно. Хотя, может, просто снято так. Ну, видно, что неровно накрашены. Короче. А волосы какие длиннющие были, да? Ведь четко знала, что хочу, что я хочу. Четко знала, абсолютно четко знала. Еще там в 10-9 классе я уже четко знала, что я уеду, что я копила деньги. Я четко знала, что я буду поступать в Москве, что я буду жить в Москве. Будет там москвичка. Да, тоже память. А это с моей первой свадьбы. Я сама делала, я, по-моему, даже показывала. Сама делала, потом распечатывала все фотографии, вставляла в макет. Была такая альбука. Сама придумала фотосессию.
Потом там ночью сидели с бывшим мужем, вот эти флажочки вырезали. У нас была такая картная тематика. Ну, типа, мы из разных стран. С картой фотосессия. Там пили мохито безалкогольный, конечно. Хотя хотелось алкогольный. Вот я была там, у меня есть влог, я ездила, снимала. Ну, по-моему, прошлым летом. Смотрела, как там эта беседка, ее отреставрировали, молодцы. Все в чистоте, в порядке. Ну, короче, я не из тех людей, кто... А вот, кстати, это мы запускали самолетик, тоже, видите, в тематике карт, в ЗАГСе. Ну, короче, я не из тех людей, кто после того, как отношения заканчиваются, сама букет собирала я, между прочим, сама. Видите, здесь у меня тоже карты. Это домашнего растения. Вот он еще букет. Короче, я полностью все сама делала. Короче, я не из тех, пытаюсь мысль-то все сказать, сама смотрю и что-то вспоминаю. Я не из тех, кто, закончив отношения, начинает все рвать, метать, типа тебя не было в моей жизни, сдохни из моей памяти. Нет, все было прекрасно, но прошли те времена. Ой, какая фотография. Уф, я такая женщина в соку была. Сейчас-то я схуданула еще. Ну, в общем, память, поэтому будет храниться. Не буду выкидывать. Так что второй муж не должен быть против. Все, девочки, в общем, разбираю, иначе все залипну сейчас. И тут, пока я буду залипать, место в коробке займут черные усатые коты, да, которые не раз уже пытались в эту коробку забраться. Все, помощник, сдрисни. Нет, вот прям эта коробка манит и манит, манит и манит. Все, в общем, девочки, укладываю. Оно сюда все хорошо влезет, закроется. Пыль не будет попадать, как вот в этом варианте. Сюда, не знаю, банки сложу, которые после консервации, после всего этого останутся. А это мне друг мой рисовал, Димульчика. 2000 год. Брюс Уиллис он мне рисовал. Еще где-то у меня есть нарисованный тоже и мой портрет. Где-то есть. Крестюша, там пыльно, не надо. Давай, там пылюка, уйди. Он тоже пусть хранится. Память сейчас протру. Все, девочки, занимаюсь важным делом. Больше ничего открывать не буду, иначе залипну. А это что? Это просто фотография. Это Египет. Ну, на пленочной фотографии. Тогда тоже 2000, по-моему, третий, первый раз, когда я поехала в Египет. Хотела фотографировать все такое красивое. Это была причем моя первая заграница. Первая моя заграница, первое мое море. Потому что я не ездила с родителями на море, у меня мама не могла себе этого позволить. И вот все, меня разорвало эти пленочные фотографии. Я фотографировала, наверное, каждый куст. Ну ничего, теперь память. Не помню, какой это отель. По-моему, Султан. По-моему, первый раз я была в Султан-Бич. Нет, не в Султан-Бич, Синдбад-Бич. Второй раз была в Султан-Бич. Это одно из двух. Потому что у меня была в 2003-м поездка в июне, а следующая, по-моему, в августе. То есть я так впечатлилась, что в августе решила продлевать. Все, собираю, собираю и заканчиваю болтать. Все, смотрите. Отлично все становится. Даже еще место есть. Закрываем. Опять прости, что ты пришел. Все, место занято. Сейчас. Закрываем. Так что такое сейчас? Все. Закрываем. Ну, правда, с ручкой это тяжело. Да, Крестюша, там же пыльно. Да ёперный балет. Ну ты теперь весь в пыли. Вылазь отсюда. Капец, я сегодня только пылесосила. Так, сейчас там протру этот отсек тоже от пыли. Поставлю аккуратненько. Все, вуаля.
Красота. А в ту сейчас коробку сложу банки, потому что они тоже стоят, пылятся. Ну, там две. Тем не менее. Выставила на Авито эту хлебопечку. Что я пользуюсь ей 2 раза в год. Ну, камон. Тем более духовку буду покупать. Может, купит. Тогда освободится еще здесь закуток. Ну вот как-то так, девочки. Началось творчество, закончилось воспоминаниями. Ну, воспоминания вещь такая. Надо хранить, жить настоящим, но приятные воспоминания иногда греют душу. Да, котеночек? Все, я на этом закрою влог. Всем отличного дня и хорошего настроения. Пока-пока.